лежим уже здесь с ребенком 2 года, поэтому врача мне выбрать очень легко, который вот врач нас лечит. Я обращаюсь к нему по всем вопросам, поэтому она во всем меня консультирует и помогает. Во-первых, он должен, вот знаете, идти и улыбаться людям, деткам своим, которых она лечит. Все это в ней присутствует, отзывчивость, сопереживание. Учреждения, не только амбулаторно-поликлинического звена, то есть, например, по-простому говорить, поликлиники, будут участвовать отделение оказывающее специализированную медицинскую помощь, это стационары наши, ну и в том числе, конечно же, высокотехнологичные. Очень важное мероприятие, которое еще раз подчеркнет важность и значимость работника, медицинского работника профессии.